Сегодня, полчаса назад, человек в нашу архитектурную группу пишет пост и вопрошает вообще, что это за хрень, можно ли это убрать. Просто поперек пешеходного пути лежит бетонный блок. Зачем его поставили, я сейчас даже не знаю. Возможно, люди там вот откуда-то оттуда или со двора пытались напрямик пересекать, чтобы не объезжать весь город, но это не аргумент. Естественно, здесь очень узко, и люди идут, вот вытоптали уже здесь по земле, когда дождь, грязь, это вообще плохо выглядит, либо вот там вот проходит. В общем, блок надо удалить. Все, блока нет. Мелочи, приятно. ЖКЦ молодцы, прореагировали на наше письмо. И сегодня приехали работники ДЭУ в перерыве между укладкой асфальта и монтажом бетонных шаров напротив сельпо. Взяли и демонтировали этот блок. Высший пилотаж был бы сразу после демонтажа убрать мусор. Но мы к этому придем. Теперь какое-то время понаблюдаем, будут ли работники такси или просто ленивые водители с ближайших дворов ездить вот по тротуару. Если будут ездить, то это целиком работа местных жителей, вызвать полицию, чтобы накладывали штраф. Езда по тротуару дорого стоит. Если это будет на такой регулярной основе, то установим туда, наверное, тоже бетонный шар. Ну, это просто как минимум намного красивее, чем бетонные огробли. Все, пока. Yeah. Есть такой один забавный эффект. Я его вот очень четко проследил на нашем переходе от сельпо к Ереванскому. Когда там были ямы, лужи, растресканный асфальт, в общем-то, были недовольные люди. Это, конечно, дискомфорт, но так, одиночные какие-то были недовольства. То там кто-то скажет, то там кто-то напишет. Но, в принципе, шумихи не было. Стоило начать там работы и сделать щебневую подушку, но не положить асфальт. Количество недовольных резко увеличилось, прям в разы. Вот это зрада. Что ж вы, начали делать, но не доделали. Пиар, непрофессиональная работа, что только не говорили. Теперь ДЭУ все-таки сделали асфальт. И если бы эти же люди, которые были еще неделю назад недовольны, сказали спасибо. Так нет же, снова тишина. Мне кажется, это забавным. И поэтому напрашивается логичный вывод, что либо вообще ничего не делать, но, как вы понимаете, это ж не вариант, либо делать так, что вот прям вечером начали, а утром закончили, чтобы люди легли спать, проснулись, а объект уже сделан. Мне нравится этот вариант, но он, к сожалению, не всегда реализуемый, чисто по технологическим причинам.